Власти Перу объявили режим ЧП из-за загрязнения ртутью на юге страны. Чрезвычайное положение введено в 11 районах региона Мандре-де-Дьюс. Оно продлится примерно 2 месяца. За это время население пройдет медицинское обследование. Кроме того, будут приняты срочные меры для устранения негативных последствий разлива ртути. В числе возможных причин экологического бедствия специалисты называют действия нелегальных добытчиков золота, работающих в этом регионе. В процессе они используют большое количество ртути, которую затем попросту сбрасывают вместе с просеянной породой в реки. Мы пошли на такие меры из-за экологического ущерба и возможного вреда, нанесенного жителям. Теперь перед нами стоят несколько задач. Прежде всего, нам нужно позаботиться о пострадавших, добиться контроля над незаконной добычей золота и постепенно устранить этот подпольный бизнес.